Я на службе. Давай побыстрее. Шериф Харкнес каждый понедельник встречается с доктором Ли и Бенноном, чтобы обсудить вопросы безопасности. По мне, так это пустая трата времени. Лучше бы дали шерифу право делать, что хочет. Она просто гений. Понимаешь, из этих яйцеголовых. Ее лаборатория на корме корабля. Ага, пока. Вода. Вода. Да. Ты кто? Психа есть? Мне очень надо ширнуться, но я на мели. Ха-ха! Торгую наркотой, но сижу без денег, и ширнуться не на что. Моя жена, Синди. Она все время проверяет склад. Если я хоть что-то возьму, она меня больше на порог не пустит. Здесь безопасно. Нет ни рейдеров, ни супермутантов. С помощью доктора Ли, возможно, мы даже начнем возрождать мир. Да, мне тоже. Возьми меня, милый. Эй! Я Синди. В смысле, Синди Кантелли. Я быстрая доза. В смысле, у меня магазин «Быстрая доза». Так что тебе нужно? Нет, 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 я таким не занимаюсь. Только Полли, в смысле, пробует. Он мой муж недотёпа. Он безнадежен. Я стараюсь не пускать его в лавку, чтобы он нас не обокрал. Рано или поздно его кто-нибудь прикончит. Ага, пока. Хочешь прикупить немного бафаута? А может, дозу психа? Эй! Говорят, городской совет планирует установить поручни на полетной палубе. Ну, я надеюсь, они что-то сделают. Помнишь, в прошлом году ребенок с палубы упал? Держись от меня подальше. Что тебе нужно? Ты что, из этих? Наверное, я могу тебе рассказать. Раньше я была рабыней. На корабле я заметила работорговца. Его зовут Сестра. Боюсь, что он охотится за мной. Нет, пожалуйста, не говори сестре. По-моему, он работорговец. Не хочу, чтобы он меня забрал. Нет, он здоровенный, жуткий работорговец. Он живет в гостинице Уизерли. Я стараюсь не попадаться ему на глаза, чтобы он меня не узнал. Наверное, не надо было просить тебя о помощи. Я больше не стану об этом с тобой говорить. Да, это было плохо. Уверена, они что-нибудь сделают. Рад тебя видеть. Ага, чего ты хочешь? Вот как? Мой муж сбежал, а потом погиб. А я осталась одна растить его отродье. Так что не учите меня жить. Лучше помогите материально. Ага, чего ты хочешь? Ага, это Джеймс. Моя маленькая ходячая неприятность.
Если бы можно было, я бы тебе его продала. Вообще-то я занята. Если у тебя больше нет никаких личных вопросов. Чего ты хочешь? Мама, скорее всего, пьяна, а папа умер. Можешь радоваться, сволочь. Как мне все это надоело, как все пришло. Вода. Мы еще не знакомы. Впрочем, я не из тех, кого запоминают при знакомстве. Меня зовут мистер Лопес. Меня никто не помнит. У меня не запоминающаяся внешность. Не переживай, это не будет твоей проблемой надолго. Эй! Тед Стрэйр, если хочешь, можешь со мной оттянуться. Ладно, только мы с тобой давай оттянемся. О, надо же, какой привет из прошлого. Мой отец знал чувака по имени Краули, но мы никогда с ним не встречались. Папа, кажется, говорил, что тот умер, когда они лазили в какой-то старый форт. Неа, он говорил, что старик Тенпенни нанял его и других ребят, чтобы они туда полезли. Но никогда не рассказывал, зачем. Но папаня получил за это достаточно крышек, чтобы неплохо устроиться. Все знают, что он главный в Тенпенни Тауэр, но я его никогда не видел, клянусь. Кончай гнать! Этот парень и впрямь хочет, чтобы меня убили? О, а что? Он крышек стоит? У меня ведь есть кое-какие запросы. Да ладно, не цепляйся ко мне. Вот, держи. Привет. Я Гэри. Гэри Стейли. Если проголодаешься, загляни ко мне, в галеру Гэри. Ах ты... То есть, конечно, это съедобно. Зайди и попробуй кексы из болотника. Это мое фирменное блюдо. Да, он каждый вечер приходит к концу дня в надежде, что Синди даст ему закрыть лавку. Слава богу, она слишком умна, чтобы ему это позволить. Пока.
Да, мэм. Она редко общается с людьми. Все время проводит у себя в лаборатории на корме. Но она умная. Очень умная. Мама Джеймса, Тэмми, просто гадина. Она ужасно с ним обращается. Думаю, это потому, что она пьяница. Тут шумно, темно и дурно пахнет. Зато безопасно, никаких рейдеров и супермутантов. И может, доктор Ли даже сумеет обеспечить нас чистой водой? В смысле, приударяет ли за мной кто-нибудь? Нет, они почти все вежливые. Не обращают на меня внимания, даже когда я сама с ними заигрываю. Вот, например, Диего. Ну, кто-то из нас точно любит другого. Но мне порой кажется, что он меня вообще не замечает. Особенно, если он священник с дубовой головой. Я сдаваться не собираюсь. Я знаю, что мы созданы друг для друга. Ага, пока.
Добро пожаловать в общество по сохранению... Впечатляющая коллекция, да? Не стесняйся, осмотрись. Меня зовут Авраам Вашингтон. Я куратор этой частицы истории Америки. А, узнаю коллегу ученого. Каждый из собранных здесь документов рассказывает свою, пусть небольшую, но важную часть истории Соединенных Штатов Америки. К сожалению, в моей коллекции недостает одной жемчужины. В 1776 году Второй концептуальный конгресс принял документ, подготовленный никем иным, как самим Томасом Джефферсоном. В этот день Соединенные Штаты Америки приняли свое имя и заняли свое место в истории. Этим потрясающим документом была Декларация независимости. Я надеялся, что ты поймешь, к чему я клоню. Я надеюсь, что ты раздобудешь для меня декларацию. Декларация свяжет все эти документы воедино и придаст им тот дух патриотизма, который они заслуживают. Если ты ее раздобудешь, я найду, чем тебе отплатить. Ты завоюешь себе место в истории. Женщина, вернувшая стране Декларацию независимости. Какая слава тебя ждет! Прошу прощения, я увлекся. Я прослежу, чтобы твоя награда была достойной. У меня есть единственная дошедшая до наших дней схема создания оружия под названием «Железнодорожная винтовка». Принеси мне декларацию, и она твоя. О боже, я не могу тебя заставить. Могу только взывать к твоему патриотизму и просить сделать это ради твоей страны. Ну да! Обществу пригодится любой исторический документ. Да и потом, я ищу не только бумаги. Меня устроят любые экспонаты, связанные с историей нашей страны. Если тебе попадется что-нибудь в этом роде, приноси. Я непременно снова вознагражу тебя. Что ж, удачи! Доброе утро. Я рада, что живу здесь. Старый добрый Ривен-Сити. О да, эти стены ничто не помнят. Я Диего, служка церкви Святой Моники. Святая Моника спасла душу собственного сына от вечной муки. Она покровительница потерянных детей для верующих во всем мире. Правда, приходи в церковь утром в воскресенье. Проповедь будет вся про святую Монику. О да! Отец Клиффорд проводит службы каждое воскресное утро. Обязательно приходи. Отец Клиффорд. Храм на носу корабля на верхней палубе. Добрый пастырь проводит службы каждое воскресное утро. Ты о чем вообще говоришь? Я духовное лицо. По крайней мере, стану им, когда отец Клиффорд... Забудь. Неважно, что думает Анжела. Скоро я приму обет безбрачия. Я тебя прощаю. И что важнее, Господь тебя прощает.
Благослови тебя, Господь. Я отец Клиффорд, из церкви Святой Моники. Святая покровительница заблудших детей. Она очень популярна среди верующих в Ривит-Сити. Странно, что ты о ней ничего не знаешь. Если хочешь послушать ее историю, приходи на мою проповедь в воскресенье. Служба начинается в 8 утра. Добро пожаловать! Да, моя паства весь Ривит-Сити. Приходи на воскресную службу. Я буду рассказывать о Святой Монике. Да, я знаю. Я уже некоторое время пытаюсь ему помочь. Он нередко часами простаивал на наблюдательной площадке. Спускался только на часок, в районе 3. Да благословит тебя святая Моника! Вчера в городе была какая-то дикая штука. Охранник у ворот были больше часа стреляли. Поэтому я и рада, что... Несмотря на суровые условия пустоши, я часто замечал в здешних людях склонность к состраданию, неизвестную в содружестве. Возможно, ежедневная борьба за существование заставляет ценить жизнь в любом проявлении, человек ли перед ними или андроид. Через несколько дней я буду свободным человеком, другим человеком. Позвольте мне сейчас сказать вам спасибо за совет обратиться к Пинкертону из Ривит-Сити, потому что вскоре я не смогу это вспомнить.
Добро пожаловать в припасы. Здорово! Я Сигрейв. Сигрейв Холмс. У меня тут всего понемножку. Что-что? Слушай, если ты хочешь повыпендриваться, делай это в другом месте. Но если хочешь что-то продать, то ты по адресу. Отель Уизерли – отличный выбор. Это на верхней палубе. Он крепко подсел на эту дрянь. Рано или поздно она его погубит. До скорого! Пора закрывать. Надеюсь, Вера меня ждет.